Главные подхалимы, по знаку зодиака. У них хорошо подвешен язык. Они умеют манипулировать людьми, говоря им то, что они хотят услышать. Поэтому, общаясь с ними, стоит всегда отделять зерна от плевел. Иначе придется выполнять их пожелания. Близнецы. Это настоящие виртуозы, которые постоянно оттачивают свое мастерство на других людях. Они отлично плетут сети, при этом часто сами верят в то, что говорят. От этого они становятся еще более убедительными. Если у вас есть друзья под этим знаком зодиака, то присмотритесь. Как часто они вам льстят, и с какой целью? Возможно, вы неосознанно сами что-то выполняете для них. Весы. Эти люди всегда следят за тем, что говорят. Им проще приукрасить некоторые события, чем вызвать напряженность у себя дома. Или во время общения с друзьями и коллегами. Их лесть всегда во благо. Весы часто лицемерят, чтобы улучшить свой имидж. И выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Скорпион. Представители этого знака нечасто прибегают к лести. Но если они взяли в свой арсенал это оружие, то они выходят на охоту. Их ждет действительно большой приз. Опасайтесь, если скорпионы начинают вам льстить. Им точно что-то от вас нужно. Стрелец. А для стрельцов лесть – это не средство для получения чего-то заветного. Напротив, это удовольствие и игра. Они совершенствуют свои навыки, но исключительно ради удовольствия. Поэтому они подхалимы по природе. Козерог. А вот этот знак всегда хочет выделиться из толпы. По природе ему необходимо быть лучшим, и всегда первым. А самый короткий способ к тому, чтобы стать фаворитом у начальства, это быть всегда у него под рукой, и стараться предугадывать его желания. Поэтому если рядом с вами Козерог, старайтесь воспользоваться его услугами. Они совершенно бесплатны. Рыбы. Эти люди не любят быть лидерами. Они предпочитают, чтобы ими кто-то управлял. Но делал это красиво и непринужденно. Им доставляет удовольствие вовремя сказать лестное слово начальству, чтобы их заметили. Но при этом они не просят повышения. Спасибо за просмотр.